так как же? Кто будет брать Берлин? Мы или союзники? Мы, товарищ Сталин. Мы? Вот что сообщает агентство Рейтер. Союзные войска продвигаются вперед почти беспрепятственно. Единственной преградой являются воронки от бомб да разрушенные мосты. Не раздается ни одного выстрела. А вот из лондонской газеты. Вдоль дорог идут немцы и ищут, кому бы сдаться. Это важно помнить. Немцы могут Берлин сдать без боя, англоамериканцы. Обстановка, безусловно, требует принятия самых срочных мер. Мы решили последний удар по Германии подготовить к 16 апреля. Первый белорусский нанесет удар непосредственно по Берлину. Первый украинский нанесет его слева. Второй белорусский начнет наступление с севера. Каковы ваши планы и предложения? Мой фронт растянут до моря. Если товарищ Рокоссовский сменит войска моего правого фланга, чтобы я усилил центр, то я смогу быть готовым к 16 апреля. Ни в чем не нуждаетесь. Хорошо бы, конечно, усилить меня артиллерией. Я считаю, что если бы удалось создать плотность арт-огня в 220 стволов на километр фронта, это бы сильно помогло, товарищ Сталин. Не 220 стволов вам нужно на километр, а по крайней мере 280. И танков берите как можно больше. Все равно скоро их будем на плуги переговывать. Сейчас не 41-й год. Сейчас всего вдоволь. Хватит у нас и танков, и орудий не только на берлинскую операцию. Значит, если товарищ Рокоссовский сменит ваш правый фланг, к 16-му успеете? Так точно, товарищ Сталин. Буду готов. Готовьтесь, товарищи, к последнему сражению. Пора окончать войну. Пора. А вы знаете, хлопцы, який у мене голос був? Нежний, чистий. Мене ж із заводу в консерваторію учиться посилали. Правда? О, якби не от эта війна проклята, так я б, може б, в Большом театрі виступав. Скажеш. Слыхаю, Юсуф? Алеша, ну скажи їм, ну чого вони сміються? Чого ми стоїмо? Шли, шли, вот встали. Вперед спешит. В плену Наташа, в Германии. Алеша, может, она еще жива? Если бы она жива была, Наташа. А вы знаете, хлопцы, чего у меня голос пропал? Чего? Почему? На нервной почве. Чего стоим? Ви не смійтесь, хлопці. От ми в Берлін прийде, у мене голос прорежеться. Я вам ще там на Рейхстагі заспіваю от це от, знаєш. А чого я люблю тебя, тихая ночь, так люблю, что страдаю любую с тобой. Гвардии старшие сержанты. Юсупов! Я! Иванов! Я! Данченко! Я! Егоров! Я! Гонтария! Я! Ищанов! Я! Щербина! Я! Гвардии бойцы! Малинчук! Я! Шуткин! Прокуров! Я! Товарищи гвардейцы сталинградцы! Настал великий момент, которого мы так ждали! И вместе с нами весь советский народ. Мы идем на Берлин со знаменем победы, которое несем от Сталинграда.
нами Родина! С нами и дух великого Ленина! С нами товарищ Сталин! Вперед! Ура! Русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии Берлин. Потери высоки, мой фюрер. Победят только те, кто беспредельно предан мне, кто верит в победу. Геббельс, вам тяжелые дни вручаю судьбу Германии и поручаю высокую миссию быть имперским комиссаром обороны Берлина. Я не пожалею жизни, мой фюрер, чтобы оправдать ваше доверие. Русские прорвались на участке 303-й пехотной дивизии, мой фюрер. Наши просят подкрепления и боеприпасов. Положение очень тревожное. Видите, в бою
дивизии Курмарк. Последний резерв. Да-да, Курмарк. Русские прорвались на стыке между 11-м танком и 56-м танковыми корпусами. Наши просят подкрепление. Были большие потери. Удержать русских во что бы то ни стало! Ведите в бой 18-ю мотодивизию. Все в бой 18-ю мотодивизию. Одиннадцатый танковый и 56-й танковый корпуса отходят к Берлину. Давайте, но расстрелять командующего! Отдайте в приказ и отступайте на шаг! Даже если американские танки будут у них за спиной! Просто на закрытии прорыва дивизию Нордланд! Мой фюрер, отличные новости! Между Черчиллем и Эйзенхауэром разногласия! Конфликт! Американцы отказываются наступать на Берлин вследствие расстройства тыла! Ваш гений это предвидел. Ага! Я натравлю англичан на американцев, а их обоих на русских. Я их всех столкну лбами, они перегрызутся у меня на глазах. И вторая новость, мой фюрер. 9-я армия контратаковала русских. Русские задержаны на Зиеловских высотах. Русские никогда не возьмут Берлина. Я сам буду его защищать! Оттяните в Берлину войска, сражающиеся на Эльбе! Поторопите американцев! Пусть они мне остановят русских! Армия Венка! Пусть идет на защиту Берлина! Немедленно! Я вам говорю, русские не будут в Берлине! Наверх, Берлин! Сегодня дело не пойдет. Пойдет. Назад повернешь, убью. Зачем? Пойдем вперед! 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 Вперед на Берлин! Взять нам этих проклятых зиеловских высот. Какой горько? Зиеловский. Зиеловский? Шайтан! Зиеловский! Вперед! Ложись! Вперед! Thank you.
можем! Наш меч! Шайтан! Хороший Понял. Язык будет, Алеша! Эсэсовец, танкист! Сколько танков говори! Молчать! Ты есть пленный! Рус, давай! Ох ты, Чижик, сукин сын! У Берлина стоюсь, сдаваться буду! Что, Берлин? Ты никогда! Так и спаднет и рука! Мы будем драться, пока не придут американцы! И тогда... Хайль Хитлер! Хайль! Ах, ты бисова душа! Американцев захотел! А ну, Юсуф, веди его! Алло, давай, давай! Ну, хороший давай. Язык будет! Танки! Веди! Идем, идем, идем! Только что взяли в плен унтер-офицера танкиста Ганса Андерера. Говорит, Гитлер приказал обороняться до последнего, даже если американские танки будут у них за спиной. Вот оно как. Американцев поджидают. Ага. Прикажите сообщить ставке показания этого пленного. Войдите. Получено сообщение от Жукова. Докладывайте. Военнопленный унтер-офицер Ганс Андерер сообщает, что у них получен приказ Гитлера удерживать Одер при всех обстоятельствах, сражаясь до последнего. Мы, говорит он, должны не пускать русских к Берлину, даже когда американские танки будут у нас за спиной. Кто сообщает? Унтер-офицер. Нашли тоже авторитетный источник. Трудности наступления Первого Белорусского фронта нам и без того понятны. Сообщите Жукову. Не обращать внимания на показания пленного унтер-офицера. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между союзниками. Эту паутину надо разрубить путем взятия нашими войсками Берлин. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Сообщите Рокоссовскому. Не позднее 24 апреля главными силами развивать наступление на юго-запад, нанося удар в обход Берлина с севера. С целью прикрытия войск Жукова в северо-запад. Соедините меня с Коневым. Слушаю. Товарищ Конев, здравствуйте. У Жукова идет дело туго. Поверните танковой армии Рыбалка и Лилюшенко на Целлендорф. В обход Берлина с юга. Как было договорено в ставке. Ваши войска должны соединиться с войсками Жукова в районе Потсдама. И создать кольцо окружения вокруг Берлина. Всего наилучшего. Берлином скоро будет покончено.
господин Жишко! Товарищ Пашич! Это же наши! Это наши, я по звуку слышу! Смотрите! Смотрите, заходят! Заходят! Пусть бомбят! Пусть бомбят! Пусть ничего не останется от этого проклятого лагеря! Ура! 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 Идите, ура! Алло! Не успеем эвакуировать, согнать всех пленных обратно в лагерь и уничтожить! Не будем ждать смерти! Идем на них! Вперед! Итальянец, Эмилио! За мной! Je vais pas! Je vais pas! Mon Dieu! Да я вернулся к матери! Ту войну она потеряла мужа и брата в Эвердене! Не стреляйте! Я американец! Вы с ума сошли! Я американец! Джонсон, скажите им! Я не умею разговаривать со зверями! Наташа! 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 Костя! По-моему, там Наташа! Тебе не кажется, что меня кто-то зовет? Танки! Наш танки! Нигде ее нет. Ни среди мертвых нет, ни среди живых нет. Положение тревожно. Русские прорвали нашу оборону у Зеловских высот. Необходимо принятие экстраординарных мер. Вы, я вижу, полагаете, что война уже кончена? Вы близоруки, Крепф! Наоборот, за всю войну обстановка еще не складывалась для нас столь благоприятно. Пройдемте в бомбоубежище, мой фюрер.
Берлину угрожает окружение. Господа! Берлину не угрожает опасность. Сделанное мной распоряжение и новое оружие изменяют обстановку. Придется пройти в ваш бункер, мой фюрер. Да. Горячие дни. Но ничего. Ничего. У меня есть кое-что в запасе. А здесь спокойно, по крайней мере, где мы находимся? Здесь над нами 8 метров железобетона, мой фюрер. Отличная вентиляция, связь с фронтами. Здесь вы не услышите ни одного звука. Ни одного звука жизни. Что вы говорите? Положение угрожающее, мой фюрер. В Берлине будет решаться судьба Германии. Как только речь заходит о русских, вас начинает знобить. Это травма 41-го года. Я сейчас принял окончательное решение, господа. Кайка, Йодер, улетает к Деницу. Геринг займется подготовкой альпийского плацдарма. Вы возьмете на себя западные области. Берлин буду защищать я. Геббельс и Борман остаются со мной. Я столкну Сталина с его союзниками и выиграю войну. Вы увидите, что значит быть твердо уверенным в своей силе. Мать! Давайте его оставить город, тогда Берлин будет спокоен. Вы же знаете, Гитлер всегда приносит только несчастье. О чем вы говорите? Поздно уже что-либо предпринимать. Поздно. Танки прорвались в Люкенвальды. Что? Русские танки прорвались в Люкенвальды. Раненый утверждает, что русские танки прорвались в Люкенвальды. Что? Не может быть. Не может быть. Сообщите как-нибудь фюреру, что русские танки стремительно прорвались с юга на Берлин и двигаются вперед. Да. На сегодня Берлин стоит. Стоит для Германии, для всего западноевропейского мира. Нам на помощь идут новые силы. Большевистское наступление должно быть разбито и будет разбито в Берлине. Берлин был и останется немецким. Фюрер никогда не покинет Берлина. Советские танки будут остановлены новым оружием, которое еще не вступало в действие.
Этот Геббельс думает, что его язык такое уж новое оружие. Этим оружием даже меня не остановишь, не только русских. А дорогой фюрер ждет, как бы удрать в Баварию, новое оружие. Фриц! Это храните на Кюферстерштрассе у Мюллера. Он связан с американцами, и все будет в целости. Самолет уже ждет. Буду сейчас. Подать парадный костюм? Дайте костюм парашютиста. В наши дни в парадных костюмах только в гроб ложатся. Интересно, вручат ли ему мой ультиматум или скроют от него? Негодяй! Кто негодяй? Геринг, мой фюрер. Случилось то, что мы все ждали. Геринг изменил. Геринг дает мне отставку. Ты только послушай. Если я до 22 часов не передам ему верховной власти, он возьмет ее сам! Свинья, фальшивый монетчик! Ему верховная власть, чтобы этот вонючий Боров руководил Германией! Прикажу публично расстрелять его! Ланье! 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 Сюда! А? Вот сюда, сюда, сюда! Армии этого проклятого Венка. Чего он медлит? Сообщили ему мои директивы. Венк отрезан, мой фюрер. Берлин полностью окружен советскими войсками. Какая блестящая операция. Это непостижимо. Где эти проклятые американцы? Крэпс, помогайте им всеми силами скорее добраться до Берлина. Я их всех столкнул в бане. Поняли? Они перегрызутся. У меня на глазах, слышите? Мой фюрер! Мой фюрер! Мы перехватили американское радио. Они сообщают, что Гиммлер предлагает американцам мир на любых условиях. Вы здесь героически защищаете Берлин, а Гиммлер ведет переговоры, изменник. Все твои генералы свиньи. Свиньи! 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 Свиньи!
ультиматум мне от Гиммлера. От этого недоноска, которого я сделал человек. Ничто меня не миновало. Нет таких измен, которые бы не коснулись меня. Это конец. Все твои генералы - изменники, Адольф. Они тебя бросили. Предали. Кажется, мне пора уйти. Замечание. Скорее, замечание. Я принял решение покинуть вас. В данный момент Германия должна... Но прежде, Адольф, я хотела бы стать твоей женой. Пошло уходить на тот свет любовницей. Да, да, мы повенчаемся. Мы повенчаемся. Нам надо вызвать пастора. Скорей, зовите американцев! Сталин! Всех поставил на колени. Может быть, еще не все кончено. Я не поддамся. Да, надежда есть. Все это писать, мой фюрер? Что писать? Поздно. Меня, мой друг, скоро будут показывать под оптикуме. Я жертва. Не суждена Голгофа. Доброе утро, мой фюрер. Вы не стоите? Когда я венчаюсь? О какой свадьбе вы говорите, мой фюрер? Русские в 200 метрах от нас. Бои идут в метро. В метро! Пустите в метро! Воду шпрея! Мой фюрер, там много детей. Это сейчас не имеет значения. Там тысячи раненых, мой фюрер. Что не имеет значения, кроме моей жизни? Линген, немедленно! Линге! Стойте! Мой фюрер! Там десятки тысяч раненых немцев! Там мои братья, мой фюрер! Линге! Закатните метро! Пустите метро, вон из шпрея! Мой Год! Метро! Линге! Линге! Метро! Линге! Линга!
100 метрах от рейхсканцелярии, где фюрер. Тише вы, идиоты. Сейчас не до этого. Фюрер венчается. Что? Венчается. Венчается! Фюрер венчается! Принял решение покинуть вас. В данный момент Германия должна иметь руки свободными. Мой дорогой Линга, я не вижу нашего доктора. Доктор покинул нас, фрау Ева. Он ничего не оставил для нас? Оставил, фрау Ева. Это надежно? Не знаю, фрау Ева. Блонди. Хорошо. Это надежное средство.
Чуйков слушает. Здравствуйте, товарищ генерал армии. Да, здесь парламентеров прислали. Начальника генштаба, генерала Крепса, с важным сообщением. Так? Так. Есть. Жду вас, товарищ генерал армии. Сейчас приедет генерал армии Соколовской, тогда проведешь парламентеров. Переводчик нужен? Ничего, им сейчас такое скажут, что и переводить незачем. Встречайте. Товарищ генерал армии! Вольно! Вольно! Товарищ генерал, разрешите доложить? Ну-ну. Немецкое командование прислало к нам генерала Крепса с важным сообщением. Ну что ж, послушаем его. Прошу садиться. Ну, принимай его. Нет, зачем? Ты хозяин, ты и принимай. Я буду помогать. Веди Крепса. Ну, как дела у тебя? Куда же лучше. Хорошо. Садитесь. Начальник генерального штаба сухопутных сил генерал пехоты Крейпс. Я уполномочен новым канцлером доктором Геббельс передать вождю советского народа сообщение решающей важности. Я уполномочен выслушать. Садитесь. Сообщение чрезвычайной важности. Дайте Москву. Генерал Крепс передал письмо Геббельса и Бормана. Сообщаю вождю советского народа, как первому из ненемцев, что сегодня, 30 апреля, в 15:50, Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. Как гангстер, как проигравшийся игрок, скрылся от суда народов. Причины самоубийства? Военные поражения. Окончательное банкротство, значит. Еще что? Власть передана Дэвидсу, Геббельс, имперский канцлер. Хотят установить непосредственный контакт с вождем советского народа. Безоговорочная капитуляция. Только на этих условиях мы можем с ними разговаривать. Обеспечьте доставку Дэвидса. Если будут колебаться, поторопите их. Полная безоговорочная капитуляция. Главное, это прекратить войну. Но я не уполномочен это решать. Господин генерал, я предлагаю паузу боя. Я прошу вас. Слушайте, капитулируйте, а то всех к чертям перебьем. Но, господин генерал, господин генерал. Да, за черт, уже светает. Он у нас и в Берлине неплохо получится.
Где это мы? Это мы под домом Гиммлера. Вот он, Рейхстаг. Гвардии сержант Егоров. Я. Гвардии младший сержант Гонтаря. Я. Гвардии старший сержант Иванов. Я. Товарищи, нам доверена великая честь водрузить по приказу товарища Сталина знамя победы над Берлином. От имени Родины я вручаю это знамя вам. Идите, сынки мои, сердце мое с вами. Там увидимся. Костя, что с тобой? И Юсуф. Вот он проклятый, а всей жизни не хватит, чтобы до него дойти. Дойди. Костя, Костя. До Рейхстага. А, во, друзі, мой флаг. Мертвым. Хочу там быть. Гранату!
Thank you.
С нами Комаринского, товарищ командующий. Пойдемте к нам, товарищ командующий. Что вы, товарищи, я уже старик. Пойдемте с нами, товарищ командующий, пойдемте. Генерал-полковник Кузнецов приехал! Командующий Кузнецов! Ну, с Рейхстагом тебя, Василий Иванович. С Рейхсканцелярией тебя, Василий Иванович. Вот видишь, как наша молодежь весело танцует. А что им плохо танцевать? Они вон войну кончили, домой поедут. А мы с тобой безработные. Это верно. Здравствуйте, товарищ Чуйков. Здравствуйте, товарищ Конев. Здравствуйте, товарищ Рогосовский. Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина. Сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом. Дорогой ценой приобретена эта победа. Не забывайте принесенных вами жертв. Отныне история открывает перед народами, любящими свободу, широкий путь. Каждый народ должен бороться за мир во всем мире, за счастье простых людей, всех стран, всех народов. Только тогда можно будет сказать, что наши жертвы не пропали даром, что каждый из нас сможет твердо смотреть в свое будущее.
Алёша! Алёша! Наташа! Народа для нас. Будем же беречь мир во имя будущего. Мира и счастья всем вам, друзья мои.